Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тонизируем ухо, либо ушную раковину, либо всегда используем точку F6 Джунду при тех или иных болезнях ушной раковины, либо уха. Это может быть боль, дискомфорт, глухота, а также шум в ушах, травма ушной раковины, либо уха. С чем связана печень и ухо? Вроде бы, да, кто-то скажет, ну меридиан же проходит вроде бы не около ушной раковины. Всегда помните, восточная медицина, она использует два меридиана вместе, которые работают. Меридиан печени работает вместе с меридианом желчного пузыря. Они обмениваются энергией. Это иньское, это яньское. И относится к элементу дерева. Вот мы видим меридиан печени, да? А вот меридиан желчного пузыря. Пожалуйста, смотрим, как он простирается и контролирует ушную раковину. Здесь, пожалуйста, с внутренним каналом соединяется данный меридиан. Ясно, да? Вследствие чего они могут повлиять друг на друга. Поэтому данная точка всегда используется при всех тех или иных заболеваниях ушной раковины. Единственное, но, как всегда, традиционно мы говорим, что вы должны знать, в каком состоянии эти два меридиана. Либо этот элемент дерева, к которому относятся этих два меридиана. Вот в каком состоянии? Они слабые и вялые. И это вызывает боль, дискомфорт в ушной раковине, а также глухота, шум. Понятно? Либо эти меридианы воспаленные, которые точно так же могут вызывать боль, извините, дискомфорт, глухота и шум в ушах. Это нужна диагностика 12 меридианов. Но помните, отдаленные точки, пожалуйста, вот мы. Где отдаленная точка? Вот F6, да? Где отдаленная точка F6? На нижних конечностях. Предпочтительно отдаленные точки от проблемной ушной раковины всегда тонизируются. Активизируются. Но вы не имеете права постоянно ее активизировать и злоупотреблять. Вы должны помочь на первом этапе при тех или иных болях, дискомфортах и так далее, ушной раковины. Потом провести диагностику 12 меридианов и восстановить эти меридианы в норму. И не забывайте, ушная раковина — это не только меридиан желчного пузыря, печени, это еще меридиан тройного обогревателя, тонкого кишечника, желудка, а также состояние органов наших с вами почек. Спасибо за внимание.